Почти половина выпускников высших и средних учебных заведений республики нашли себе работу. Что немаловажно, все по специальности. На еженедельном совещании у главы Чувашии статистику трудоустройства озвучила временно исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Светлана Петрова. Пятая часть выпускников отправится служить в вооруженные силы. 17% будут повышать квалификацию и продолжат обучение. Почти 4% выпускниц в декретном отпуске. Наибольший риск остаться без работы, конечно, сейчас таких выпускников более 8%, которые еще не определились трудоустройством. Среди вот 8%, не определившихся по трудоустройству, наибольшую долю составляет, конечно, специалисты, получившие дипломы по экономике и управлению. На слайде этого видите, это более 20% выпускников, в том числе это выпускники Волжского филиала МАДИ, выпускники Чувашского госуниверситета, выпускники Чебоксарского кооперативного института, нашего филиала Российской академии народного хозяйства. Министр внутренних дел по Чувашии отметил, что в ведомстве сейчас есть 223 вакансии. Им нужны грамотные, отслужившие в армии юристы. Так что в ближайшее время статистика по безработным юристам может измениться.